Наконец-то этот день настал, потому что мы с вами прямо сейчас проверим шалкера на честность. Мы будем проверять шалкера от игроков от самых дешевых до самых дорогих. И узнаем, выйдем мы с вами в плюс, либо же нет. Я в шоке. Вы набрали за пару часов 12 тысяч лайков. Поэтому, если вы набираете 12 122 лайка, то я постараюсь очень быстро выпустить новый ролик. Только, пожалуйста, не спешите. И знаете, у нас в огороде скоро 500 тысяч человек, поэтому нельзя смотреть ролики без подписки. Подписывайся, ставь колокольчик. Это будет лучший мне подарок на день рождения. Оно у меня уже через 11 дней, ребята. А нет, оно у меня уже через 10 дней. Это будет, правда, самый лучший подарок. И мировой рекорд побьем. Я уже зашел на лучший грифский сервер RealWorld, так что заходи, играй вместе со мной. Тем более, тут 18 ноября в 13:00 пройдет вайп всех режимов. Вот как этот человек, он уже готов. А ты заводи будильник. А еще, если эту команду пропишешь, подарок получишь. Ну, а мы давайте начнем тратить деньги. На моем балансе 30 миллионов. Я надеюсь, что мы с вами окупимся, потому что 30 миллионов это до хрена миллион. И смотрите, у меня здесь будут шокера до 100 тысяч, до 500 тысяч, до миллиона и от 1 миллиона. И мы сейчас проверим, будет ли в них обман, либо же нет. Для начала нам нужно с вами купить шокера как раз таки до 100 тысяч. Покупаем. Опа, ну что ж, давайте открывать. В общей сумме я потратил 730 тысяч. Да, к сожалению, один из них был подороже, но ничего. Смотрим, первый шалкер за 100 тысяч. Ну, слушайте, на самом деле, вот шалкер за 100 тысяч, невесомость, подводная ходьба, прочность, ну, в принципе, возможно, оно того стоит. Давайте посмотрим следующий шалкер за 100 тысяч. Ну, слушайте, один тотем, как минимум, стоит 20-ка. Это уже, ну, полностью покрывает этот шалкер, поэтому пока хорошо идем. Пока нет обмана даже, ничего себе. Этот шалкер тоже стоит 100 тысяч. Ничего себе, мужики, вы чё? Защита 4. Это вот это 100% тоже окуп. Это прям вообще везет за 100 тысяч. Пока окупаемся. Окупаемся, хорошенько идем. Следующий шалкер тоже 100 тысяч. Так, здесь у нас есть лук. Крутой лук. Я не знаю, сколько он. Ну, примерно 30-ку бы он стоил. Типа сила 5. Потом... что у нас? Назритовые предметы. Два тотемчика по 20 тысяч, да, то есть мы уже так прикидываем. Ну, плюс-минус тоже. Тоже. Соточку стоит. Следующий кейс тоже. 100 тысяч. Ля, да вы что, гоните? Это какой-то приколябус. Просто-напросто посмотрите, а. Точно такой же, как и этот. Ладно, теперь смотрим вот этот. Я его купил за 100 тысяч. Мужик, ты мне серьезно за 100 тысяч втюхал 27 алмазов? Ну, ладно. Что поделать? Один не окупился из 6. И теперь финальный, который стоит 130 тысяч. Смотрим. Ну, как бы, это не стоит 130 тысяч. Вот это стоит примерно тысяч, ну, 70, 60, может, меньше даже. Но не 130. Пока мы с вами скажем так, я бы не сказал, что в минусе. Пока, ну, типа, мы заплатили за то, что есть. Теперь у нас шалкера до 500 тысяч. Вот, от Никиты 572. 500 тысяч, покупаемый, раз. Все, я их все купил. И теперь давайте посмотрим. Я уже потратил 3 миллиона. Мне осталось 27 миллионов. Давайте смотреть. Первый шалкер, который стоит у нас 200 тысяч. За 200 тысяч я купил 63 обсидиана. Вы серьезно? Извините, конечно, меня. Простите, пожалуйста, но стак обсидиана не стоит 200 тысяч. Если я не ошибаюсь. Конечно, я могу немножечко ошибаться. Но что-то мне подсказывает, что меня надурачили. Следующий шалкер, который стоит 300 тысяч. Почему? Что... Алмазный нагрудник. А, извиняюсь, извиняюсь, я его купил даже, ну, не читал. Алмазной нагрудник. Ты когда хотя бы товар продаешь, ты напиши алмазный. Где вы вообще видели алмазной нагрудник? Что его, алмаз? Стак алмазов хотя бы положил, спасибо и на этом. Тотем бессмертия с одной S. И алмаз. То есть у меня тут, ну, две разновидности алмазов. То есть один такой и алмазные нагрудники. Ну, давайте попробуем его хотя бы на голову надеть. Чё, раз уже все-таки купил за 300 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, хотя бы будем носить. Правильно, правильно. Шалкера за 100 тысяч были неплохие. Я боюсь представить, что будут от 1 миллиона. Давайте смотреть дальше. Ну, слушайте, вот этот шалкер, по-моему, стоил ровно 500 тысяч. И тут я бы сказал, что, возможно, оно реально стоит того. То есть тут full kit, full Z4. Книжками, правда, конечно. Не на броне, но книжками. И плюс как раз-таки тотемчики. Ладно. Окей, этот плюс-минус более-менее. Этот кейс вроде стоит 400 тысяч. Не! Ну, конечно, прикол. Удачно оформлен, да, то есть 32 алмаза, это 30 тысяч, да, стак золота, это еще примерно 1050 и, ну ладно, тут из единственного, что может быть дорогой огненный порошок, то есть я купил за 400 тысяч вот это. Ну ладно, мы не расстраиваемся. А вы можете поставить ролик в комментариях и написать, как вы думаете, я окуплюсь, либо же нет. Давайте смотреть дальше. Ничего себе, за 500 тысяч, ничего такой, защита 4 мне фул продал, обсидиан, яблочки, стрелу слабости продал, хорошо. Хорошо, хорошо. Это плюс.
То есть, из раз, два, три, четыре, один пока окупился. Следующий у нас осталось два шалкера из этой ценовой категории, и смотрим. Маму мия, уно моментос попробитос. Там не обман, клянусь незриткой. Да, да, это первый кейс, который прям фул окупился. Спасибо тебе, молодой человек, который продал его за 500 тысяч, спасибо. И еще второй, за 500 тысяч, финальный. Не, ну слушайте, голову дракона, он каким-то образом спер у дракона. Я, конечно, поражаюсь, молодец, большой потанцевал. Не, ну я думаю, он, по идее, плюс-минус должен стоить. Плюс тут левитация быстрее ветра, это донат предмет, как минимум. Стрелы исцеления, так что, окей. 2 из 7 шалкеров у нас окупились. А теперь самое интересное, друзья. Шалкера до 1 миллиона. Будет ли там обман? Сейчас узнаем, поэтому я сейчас по-быстренькому их покупаю. A few minutes later. Так, я все купил, и теперь давайте смотреть, окупимся ли мы с вами уже в кейсах ценовой категории от 500 до 1 миллиона. Давайте смотреть. Я не помню, сколько он стоит, но в нем лежит дофига луков. Как бы это, конечно, приколдесно, я не знаю, возможно, мы с вами окупились, но хз. Это очень спорный шалкер. Этот шалкер стоит, по-моему, 500 с чем-то тысяч. И в нем лежит даже не полная алмазная броня. Не полная, нафига ты мне засунул сюда дерево? Лодочку, да, чтобы я, типа, крыша едет не спеша, тихо, шифером шерша, да? За 560 тысяч, мужик, ты мне что продал-то, а? Ладно, хорошо, смотрим дальше. Алмазы и железо для домера. За 600 тысяч? Спасибо тебе! Я додумаю, на что же мне потратить деньги? Сколько же может стоить стак железа и 47 алмазов? Давайте сейчас посмотрим. Стак алмазов стоит 55 тысяч, ну, ладно. В принципе, я немножко погорячился, возможно, мы с вами, как бы, и плюс-минус вошли в эту ценовую категорию до 1 миллиона. Но спасибо. Спасибо тебе, что хотя бы не обманул и положил сюда алмазы. Следующий у нас шалкер. Это защита 4, защита 4. Ну, слушайте, как бы хорошо, что он положил книжечки. Но эти книжечки не стоят тех денег, которые я отдал за этот шалкер. Спасибо тебе большое. Вот это прям вообще киндер-сюрприз. А? Ну, слушайте, пока в шалкерах до 1 миллиона мы уходим в минус. И деньги вот так вот улетучиваются. Следующий у нас получается... Стоит, по-моему, тысяч тоже 500-600. И в нем, слушайте, на самом деле неплохо. В нем full kit dragon. Практически full kit. Это хорошо. Один из единственных, который вот у нас сейчас окупился. Остается всего два шалкера. Это получается вот этот розовенький, в котором лежит. Не, вы меня, конечно, простите. Спасибо, что положили инструмента на сальника. Но мне кажется, этот кейс, ну, не стоит столько денег, сколько я за него заплатил, конечно. Но спасибо, что хотя бы не земля. И теперь шалкер за 800 тысяч. Нифига себе! Нифига себе, товарищи, тут у нас донат предметы за 800 тысяч. Правильно, я, если не ошибаюсь, за 800 его купил, не за 8 лямов. Может, мне кажется, гравитация 2. Если, ну, реально, я не ошибился и купил его за 800 тысяч, то это офигенно, товарищ. Это первый шалкер, который окупает нам, я не знаю, он, возможно, нам даже окупает частично, ну, пару из этих кейсов. Так что, окей, окей. А теперь самый главный вопрос. Окупимся ли мы с вами в шалкерах от 1 миллиона? То есть, вот у нас есть шалкер за 23 нахрен миллиона. Это все мои деньги! А, мне даже не хватает. Ну ничего, сейчас я пополню баланс, и мы с вами его купим и откроем в самом конце. Потому что вы не представляете, какие тут еще есть шалкера. Есть шалкер за 5 миллионов. И надеюсь, тут хотя бы будет правда. A few minutes later. Поздравьте меня, я потратил почти все свои деньги. У меня осталось 3 миллиона 950 тысяч. И знаете, в чем весь прикол? Вот этот вот шалкер стоит тоже 5 миллионов. Я сейчас поставлю табличку 5 лямов. То есть у меня в общем ушло на вот эти шалкера 23 ляма. Плюс 5, плюс 5, плюс 3,5, плюс 2, плюс 5, плюс 5. Можете посчитать. И кто посчитает, я лайкну ваш комментарий. И теперь начинаем открывать. Если мы сейчас здесь не окупимся, это будет трындец. Смотрим, что мы получаем за 5 лямов. Фу, алмазная броня. Она даже не полная. Понимаете, здесь одна пара штанов. Вопрос у меня к вам. Если здесь одна пара штанов, то где вторая? Я заплатил 5 миллионов. За что? За зелье силы 2? И за полукоцанный незеритовый нагрудник? За мотыгу алмазную, да. Хорошо, он стоит 5 миллионов. Давайте посмотрим, что у нас в другом за 5 миллионов. Возможно, мы сейчас с вами окупимся, и нам повезет. И барабанная дробь здесь у нас... Земля! Вот тебе домер, как говорится. Но зато здесь есть супер зачарованное яблоко. А еще зачарованное золотое яблоко. Спасибо ты, человек, что соизволил потратить как раз-таки свое время и сделать мне 25 зачарованных золотых яблок. Спасибо, спасибо за 5 миллионов. Да в жопу ты себе засунул, нет, золотое яблоко. И написано, спасибо, что купил лох. Да обращайся, я что, ну как бы пока мы в минус.
скинусь с вами где-то на 7 миллионов. Может, меня поздравить. Ладно, шалкер за 2 миллиона. Возможно, повезет. Возможно. Ничего себе! Это первый шалкер, который, ну, как бы, награды за пятый этап джамшута, но все равно, это окуп. За 2 ляма. Первое вложение. Я так рад, самый счастливый. Фу, хотя бы не так обидно. Теперь у нас за 3,5 миллиона. За 3,5 миллиона мы с вами получаем шар броненосца 2, шар Геракла, ну и все, всякое, типа, по мелочи он, типа, поналожил. Ну ладно, как бы, шарики, они стоят где-то по 1,5 миллиона, да? То есть, окей, это мы можем с вами сложить как 2 плюс 2, поэтому плюс-минус он окупается. Но мы пока в минусе на 8 лямов. Именно вот из этих. А теперь начинается самое интересное, друзья. Шалкер за 5 миллионов. За вот это! Вы меня, конечно, извините, простите. Супер зачарованное яблочко. Окей, хорошо. Оно стоит 400 тысяч на аукционе золотое яблоко. А мне его хотят втюхать. Точнее, уже втюхали. За 500 тысяч. Окей, 4 тотема. Ну и 300 пузырьков опыта. Ой, спасибо! Мне этого как раз не хватало. Благодарю. Ты прям порадовал меня. Моя душа теперь самая счастливая. И теперь, друзья, следующий шалкер, который стоит тоже 5 миллионов. Знаете что, блин? Сейчас узнаете. Спасибо! Вот это я купил за 5 гребаных миллионов. Раз, два, три, четыре, 5 зельев силы. И он положил еще стрел. Зелье силы раз, зелье силы два. С каких это пор? Мне интересно, зелье силы стало стрелой. А? Что мне с ней делать? Ты стрел, да? Что-то почему-то у меня не получается выпить зелье силы, а? Почему? Я заплатил 5 миллионов за вот эту вот дрипетень, хренотень. Ну что это такое? За 5 лямов. 5 гребаных миллионов. Сейчас вся надежда на то, что шалкер за 23 миллиона, который я купил, окупит нам с вами весь выпуск. Потому что вот эти вот все, они полностью ухудшили выпуск. Поэтому, друзья, влепите, пожалуйста, лайк, чтобы мне не было так обидно. Ибо это полный трендец. Потратил сколько? 40 лямов я потратил. Даже больше. 47. Почти. 46. Во. И теперь давайте наконец-то мы с вами узнаем, что же в шалкере за 23 миллиона. Давайте вы первые посмотрите, а потом посмотрю я. Все, раз, два, три. Что там, нормально, да? Нормально все? 20... Скажите, подписчики, вот на паузу поставьте, скажите, стоит он 23 миллиона, либо же нет. Ну, окупился я? Скажите, что да. Ладно, раз, два, три. И вы хотите мне сказать, что фул Незеритка с шаром силы 2, который стоит, ну, 2 миллиона. Окей, давайте считать все своими именами. Шар силы 2, 2-3 миллиона. Фул Незеритка, ну окей, тоже 2-3 миллиона. В общей сумме 6. Плюс яблочко 400 тысяч. Плюс, как бы, зельки силы. И того около 7 миллионов. Может, до десятки доходит. Но! Я его купил за 23! Я ожидал увидеть большего. Нет, конечно, мне положили еще элитры, которые я не посчитал. Возможно, он стоит около 15. Но! За что я заплатил еще 8 миллионов, а? За 23 ляма такое положили! Все, я отказываюсь смотреть больше эти шалкера. Я хотел еще составить топ по шалкерам, чтобы вам показать, какой из них самый крутой был в начале, самый крутой был в конце, но... Да ну его в пень! Потратил 40 лямов никуда! Просто! Если кому-то из вас нужны будут эти шалкера, подписывайся на мою телегу. Могу бесплатно отдать. Поэтому, друзья, подпишись на канал. Помоги добить нам 500 тысяч людей в огороде. И тоже будешь огородником. Заходи на Real World. 18 ноября в 12:00 будет вайп всех режимов. Я там тоже буду. Заходи. И обязательно подписывайся на канал. Ставь колокольчик и смотри ролик подо мной. Он очень интересный. Там было смешно и забавно. Ну и справа тоже ничего такое. Всем пока!